С наступлением школьной поры количество ДТП с участием детей возрастает. Нередко виновниками аварий становятся сами юные пешеходы. Переходя дорогу в неустановленных местах, выскакивают на проезжую часть. Сотрудники ГИБДД совместно с партией «Единая Россия» проводят акцию «Безопасный сентябрь» во всех школах города. Сегодня ни один первоклассник не ушел без подарков. Тематические линейки, календари, значки, а самое главное – светоотражатели. Теперь каждый ребенок всегда будет иметь при себе опознавательные знаки, которые помогут избежать несчастных случаев на дороге. В целях того, чтобы повысить их безопасное движение по городу в темное время суток, вот скоро начнутся уже утро темные, им будет каждому вручен светоотражатель, его можно прикрепить на одежду или на ранец. С 1 сентября на сложных пешеходных переходах вблизи школ также работают активисты молодой гвардии. Волонтеры вместе с инспекторами напоминают правила дорожного движения детям и родителям. Плюшевая зебра помогает ребятам перейти дорогу. Обязательно, когда ты идешь, необходимо посмотреть направо и налево. Как только остановилась машина, только тогда следовать по пешеходному переходу. А если там светофор, только на какой свет надо идти? Зеленый. На зеленый, молодец. Родители должны им напоминать, периодически напоминать, выделить специально время, пройти неоднократно маршрут до школы, показать ребенку, где необходимо переходить, как нужно переходить правильно. Это опять же все на плечи родителей ляжет. Акция «Безопасный сентябрь» продлится в течение недели в 28 точках города. В конце месяца подведут итоги проекта. Юлия Васильева, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45».